Работает, за 70 работает. Я на следующий день провел совещание и кинул клич. И вы знаете, я получил обратную связь негативную, в том плане, что органы власти собирают деньги для себя под поводом помощи переселенцам. Я тогда сказал, что, уважаемые руководители, передайте, пожалуйста, всем о том, чтобы помощь шла непосредственно в солнечный мир, непосредственно шли на широкое. Вот таким образом мы уходим от того, что вот вы задали вопрос. И Максим, вас не слышно. Максим, вы знаете, без микрофона мы говорим. Я хочу сказать, вот давайте таким образом. Это первое. Второе, вы говорите, Николай Кожушко, лично мне, я думаю, и при вас много раз звонил, говорит, Сергей Михайлович, помоги там. И мы это делаем, правильно? Я отдать должное вашей организации, его организации. Действительно, вы находите транспорт, везете. Я подтверждаю того, что ваши слова, когда он буквально недели три назад был в Донецке, и я разговаривал с начальником службы по делам детей Донецкой обладминистрации о том, что она выражала благодарность жителям города Днепродзержинска, органам власти, волонтерам за оказанную помощь для детей-сирот зазначенных территорий. Спасибо. Итак, последняя реплика, и мы очень